5:27 по Киеву в Харькове, 31 октября 2021 год. Так, ИСО-125. В общем-то, начал я с Луны, но попробую сейчас. Попасть при таких настройках светочувствительности по Марсу, по Меркурию, Марс слишком близко сейчас, небосводик к Солнцу, очень сомневаюсь, что нам получится его увидеть, хотя чем черт не шутит. Меркурий мы уже видим над горизонтом, а Марс станет чуть позже, как раз перед Солнцем. Ну хорошо. Пошли. Попробуем поймать Меркурий. На таких. А вот он. Поймали. В настройках светочувствительности. Ты посмотри, тут трасса просто. Одна за одной машины едут. Уже заперся вроде под самую окружную. Но нет. Низкая температура, и рядом с камерой натурально нельзя дышать. Моментально все оседает. На объективе, на окуляре. В следующий раз. Хоть в балаклаве приходили, в противогазе. Уменьшаю выдержку в надежде почетче фазу Меркурия увидеть. Ну, в общем-то, без особого успеха. Хорошо, подождем еще.
Может и Марс появится. Хотя он сейчас 300 с чем-то миллионов километров от Земли. Ну, как раз на линии Земля, Солнце, Марс. Ой, хорошо. 5:33 по Киеву в Харькове. 31 октября 2021 год. Сейчас, наверное, поснимаю на настройках светочувствительности близких к восприятию человеческого глаза освещенности. На туман посмотрим.